программу академического хора «Петер Блум» завершает произведение английского автора Джона Раттера. Этот автор известен произведениями духовной музыки. Он дирижер, аранжировщик и композитор, который известен на весь мир. Но особую известность его творчестве приобрели рождественские гимны благословения. Один из таких рождественских гимнов прозвучит в выступлении академического хора нашего университета. Ведь с приходом зимы каждому человеку
все сияет, все горит, все о празднике достойном в этом зале говорит. На сцене народный хор Петрозаводского музыкального колледжа имени Карла Ильича Раузова. Коллектив имеет 40-летнюю историю. Основал его заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Корея, обладатель медали «Патриот России», обладатель ордена «Сампа» 2019 года Людмила Васильевна Соловьева. Мы рады сегодня стоять!